Нас погадаю 99 пятиэтажка. И вот с обратной с тыла, так сказать. Там энергосбыт. И вот что тут происходит. Происходит работа. Что тут делает, хотел сказать. Но сейчас мы вернемся. Это где-то школа. Тоже с тыла. Сбоку с торца. Теплица вот была когда-то. Городской парк там. Здесь. Сейчас я по-быстрому пробегу. Покажу. Видите, как красиво делает. Красота. Я хочу вон до туда, да. Там погадаю вас следующий дом пятиэтажный, погадаю вас 101, и там тоже как бы стол, то есть подъезд это туда внутрь, по внутреннему двору обоих домов, а там с торца на первом этаже районная библиотека. Сейчас делает ручки. Сейчас я найду на крыльца. Так. Это здание. Здесь когда-то был маслозавод. И хлебозавод, здрасте. Был тоже. Помнят только уже такие поколения старше это. Вот я и дошел. Беседку какую-то делают. Дальше пройду, чтобы показать, что здесь делают места для отдыха. Ну, практически уже дошел до мин полка. К сожалению, он там слева. Алерон плюс мусор плохо убирает, он скопируется, мусор лежит. А здесь он их делает красиво. А вот, кстати, мусор, наверное, приехали собирать. Ну туда аж церковь видна.